Всем привет, с вами Элис фон Блэк, и мы продолжаем проходить победу Маскурад Bloodlines патчем 9.5+. В прошлой серии мы наконец-таки продолжили проходить этот патч после долгого перерыва из-за стримов. Ну и, собственно говоря, мы начали заниматься побочными квестами. Мы взяли квест у Эмали, но так его и не выполнили. Мы поговорили с Гэри, и вообще непонятно, чем мы в прошлый раз занимались. И сейчас я хотела выполнить квест от Нокса, и мы идем за ключиками. Надо же, тут даже открыто. Господи, а куда идти, я не помню уже. Нет, не сюда. Странно, как мы здесь оказались. Так. Ну, как-то так. Если меня выпустят еще. И... Пусти меня. Чудо-дощечка. Блин. Вот этот Крамп. Или как его там? Ну, пидор, короче, этот. Дохлый. Там, наверное, холодно. Но нашему вампиру все равно. Он же вампир. Просто из принципа. Правда, на самом деле, я не очень настроена теперь идти к этому азиату. Ну да ладно, насрать. Дойдем и все. Блин, жалко, у нас здесь нет базуки, как в Антитрибу. Эх, Антитрибу. Но зато хоть не вылетает. Что-то у нас даже ни хрена нет. Ну ладно. Сейчас что-нибудь придумаю. Эй, куда? Дерьмо. Ай, ну ты чё? Ну, чё-то как-то слабовато, по-моему. Катану куда дел? Съел, что ли? Я ж видела, что она выпала. Катана где? Говорю. Сучар. А вот она. Почему я не могу ее взять? У нас типа есть катана. Погоди. Да, у нас есть катана. Тогда ладно. Тогда не сучара. Хрен с тобой. Носферату продолжают наблюдать за нами. Так.
Нокс. Йоу, брателла, ну как дело? Дело сделано. Сделано, тебе больше не о чем беспокоиться. Прекрасно, Бертрам будет ликовать. Ну, рад был поболтать с тобой. Надеюсь, когда-нибудь мы снова окажемся в одной команде. И, может, тогда я буду уже вполне оперившимся вампиром. Не надейся. Бертрам никогда не докатится до такого, чтобы тебя еще обратить. Я надеюсь. Я надеюсь, что он не идиот. Так. Дальше нам на самом деле надо бы заняться квестом Митника. Для этого нам нужно в Даунтаун. Потому что у нас там типа база. Компьютеров в Санта-Монике нет. Вообще странно, что, блин, там компьютер, а в Санта-Монике, по идее, ноутбук стоял. По логике вещей можно было бы ноутбук оставить. Это что же хата? Ларри такой странный объект. В каждой игре в разных местах. Здесь он, в патче он, по идее, должен быть. Да, вон он. Каждый раз забываю, где он. Значит, чуму мы еще не закрывали. Значит, еще и чуму закрывать. Дерьмо. Еще на свалку идти. Так. За атаку нередко расплачиваются с запозданием. Митник. А вот и Митник. У меня есть информация о первом из хабов. Терминал в Санта-Монике. Это нам о том, где ключик. Бертрам, если будет время, забеги ко мне. Виви. Милый сородич, еще раз спасибо за все, что вы для меня сделали. Я хочу, чтобы вы знали. Я не шутила, когда сказала, что обожаю вас. Вы заставили меня почувствовать, что мир не столь уж и мрачен, и безысходен. И надеюсь вновь увидеть вас в своем клубе и снова и в своих мечтах. С любовью, ВВ. От Гэри плакатная сессия пришла. От Ларри. Это не все, что у меня есть. У меня есть очень много. Главное не забыть ключи. Главное не забыть ключи. Блин. Как я это обычно делаю. Забыть ключи — это святое, блин. Ключи, ключи. Ключи. Ключи, сука. Ключи, сука. Сорян.
Я не хотел. Оно само. Санта-Моники у нас куча дел. Где там у них, интересно, бандит? Так. Начнем с малого. Эх, а скорая квест библиотеки, которую я так ждала. А я так ждал, так ждал. Наверное, одно из самых мрачных мест вообще во всей игре. Одно из самых мрачных и самых безопасных мест. Тихо и никого нет. Ну, в том числе еще и тату-салон, кстати говоря. Ну, залезай, ты че как мутненький? Жаробесина. Опять экскурсовод руку свою высунул. Не туда. Мне уж показалось, там кто-то стоит, если уж не открывается. А почему Шрекнет не перевели? Чтоб нужно было по-русски писать Шрекнет. Хотя бы. Это же реально неудобно каждый раз туда-сюда переключаться. Особенно узнавать, как же переводятся пароли от компьютеров. Бред, 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 бред. Конечно, я ничего не хочу сказать плохого по этому поводу. Типа там люди проделали работу, это, конечно, все хорошо, но как у нас заведующая в аптеке говорит, что я не хочу делать двойную работу. И вот нахрена реально делать двойную работу? А вернее, заниматься абсолютно бесполезной херней. Занялись бы лучше делом, переводили бы лучше моды вместо вот этой вот херни. Заткнись, хватит старать мне в ухо. Рад, что ты здесь. Слышал, в последнее время у тебя дел хватало. Очень интересно. Надеялся, что ты кое в чем мне поможешь. Птички начирикали, что тебя видели в подземелье. Не собираешься туда вернуться в ближайшее время? Возможно. Есть один диск с данными. Он мне очень нужен. Предполагается, что его потеряли. Найди его для меня и тебя, и я тебя кое-чему научу. Чему-то, что может тебе очень пригодиться, как я понимаю. Странно. Почему так громко? Ну ладно. Звучит заманчиво, я поищу. Ну, отлично, отлично. Тогда иди по земле и найди диск. Не трудись расспрашивать о нем. Я уже позаботился об этом. Просто найди и принеси его мне.
Я уже нашел, вот он. Отлично. Теперь слушай, птенец. Возможно, тебе стоит записывать. Ну и ну, ты просто компьютерный гений. Могу задать еще пару вопросов. Например. Круто. Хочу спросить о ком-то. Ай, ладно, хрен с тобой. Все, пока. Блин, патронов нет. А мы там были? Мне почему-то кажется, что были. Надо за патронами сходить. Мне нужно к Меркурию. Что-то у меня в последнее время реально какие-то проблемы с патронами. Просто я забываю их каждый раз покупать. Чел, ты что здесь делаешь? Ну ладно. Мне показалось, это мешок с мусором, а это бомж сидит. Ну, почти, короче, мешок с мусором. Почти угадала. Странно, что его в итоге дома нет. Да как так-то? Все шикарно. Кассеты у нас собраны. Надо будет, кстати, внимательнее читать, что просит Гэри, потому что, когда я писала фак по этому квесту, я не могла вспомнить, что для какого плаката он просит. Я помню, что самую первую кассету он просит это за плакат Джанет, кассету из китайского театра. У него такое лицо, как будто я ему дозу принесла. Вчера утром раздобыл спас 15. Прочищен, смазан, так и ждет, чтобы проделать в чем-нибудь дыру. Интересно? Оу, oh, yeah. Ну, допустим. Что-то денег маловато. Куда я разбазарила все деньги? Кто мне скажет? Нормально. А, кстати, забери вот это дело. Нахер надо? Не, я это покупать не буду. Фигня. Что это у меня под конец игры такие херовые пушки? Где все пушки? Где все нормальные пушки? А, не же это, в обществе Леопольда все нормальные. Ладно, ладно. Чё, будем пробовать уговаривать этого пушистого красавчика завязать со своими убийствами? Сейчас там будет Ласомбер. Чё за дела? Эй, Ласомбера мне. А мы что, типа, уже выполняли этот квест? Погодите-ка. Ну, походу. Ну, ладно, хрен с ним. Тогда, по идее, должна была быть решетка тоже закрыта. Тогда я сейчас хочу в Голливуд. Мне надо кое-что проверить.
Хочу в Голливуд. Я уж не помню, что мы проходили, что нет. Когда проходишь вампиров по 20 раз с разными модами и так далее, то реально начинает все смешиваться в одну единую кучу. Чё проходил, чё не проходил. Ни хера непонятно. Тыкс. Я, собственно говоря, кофейную лавку пошла искать. Ну, как кофейную лавку. Кофейню, короче. Только тут закрыто, блин. И как так, блин? Как сюда заходит, объясните мне? Ой. Что-то его так дергает сегодня. Как же я хочу в LA. Блин. Просто пиздец как хочу. Может быть, даже эту кофейную лавку я уже проверяла, и у меня тоже ничего не получилось. Ну, в общем. В даунтаун у меня, пожалуйста. Тиханул. Так, мне надо заскринить, короче, сообщение. Так, это от митинга про следующий хаб. Митинг, где ключ. Митинг, где камера. От Vivi.
Вот от горе. Так. F1, по-моему. На. Надеюсь, заскринилось. Так. И какая-то из кассет, которую еще найти надо. У меня в багаже. Так, это видеокассета, старая кассета. Пьянодель. Случайный шаг. Это... Это, я так понимаю, вот именно... Вот эту он просил. Интересно, как он пробирается в мою квартиру и вешает плакат мне на стену? Через унитаз, что ли? То самое странное чувство, когда ты не забыл ключи. А вернее, камеру. Надо будет, кстати, для Ямали квестик сделать. Будем в Голливуде. Дело техники. Интересно, а туда можно проникнуть до квеста? Я это даже никогда не проверяла. Надо будет как-то проверить. Главное не забыть. Записывай, ё-моё, голова садовая! Да, есть такое дело. Откровение. Это не я, это он. Пойти, что ли, в зал прогуляться? Интересно, вот что делать, если ты вдруг упал? Тут придумали какой-нибудь, я не знаю, способ пройти? Раньше тут не было вообще никакого способа. Вот упал я, что мне делать? Убиться, что ли? Вообще надо вот ввести один читик, чтоб меня не заметили, потому что, блин, потом перепроходить это все. Ну, допустим, упал я, что мне делать? Падай еще ниже. Отлично. А тут мне что делать? Понятно. Это не я, это все они. Все-таки доработали эту систему немного прохода. Так. Я сначала вот так, потом вот так.
Надо сохранить. А то мало ли. Все шикарно, хаб установлен. Камера тоже. Так, чё, полетаем? Раз уж мы здесь. Блять. Полетали. Надо было сохраняться. Ну ладно. Да здравствуй, читы! Ну, клип что-то сегодня вообще дерганый. А, нет. Да. Нет. Лакруа? О, забажила, слушайте, смотрите, забажила. Уху! Ура! О, кол, смотрите. У меня никогда не было этого бага, я так хотел этого. Реймерша. Так, ты кто? Ни черта не видно. Ага. Во. Вентру. Слишком много тремеров. О, это я. Какой-то Носферату. Какой-то Малк. Эш. Чё за дела? My fellow kindred, my apologies for забажить игру? Or interfering with prior engagements you may have had this evening. It's unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a troubling one. We are here because the laws that bind... Слушайте, я не буду заново это все смотреть. Ломай игру, ломай. Лакруа! Уи! Хотя нет, не так.